Всем привет! Сейчас я покажу вам места для пряток в Апалихе, недалеко от дома пятого. Первый, вот там вот пятерочка, вон дом пятый. Напротив пятерочки есть такое место, тут кусты смородина здесь. И вот сюда вот можно залезть, это если вы играете в прятки. И вас найдут с тяжестью. Я вам покажу семечки, где мы прячемся. И где вы можете прятаться. Около пятерочки. Вот, например, место. Вот сюда вот можно залезть. Тут можно. Смотрите, я спустился. Смотрите, вот сюда садитесь. И вас тут не видно. Например, штучка. Я специально ее сюда бросил. Вот у них типа она спряталась тепло. Ну что здесь дальше? Я под кустами тут расскажу. Я раскорячил все тут. Вот тут нельзя прятаться. Пошлите. Только что нашел ночку. Тут этот подвал. Ну, что-то он слишком грязный. В него, пожалуй, залезать не стоит. Да, эту штучку не буду кидать. Далее. Вот за этим вот гигантским деревцом. Это случайно успел. Кондёрчик. Ну вот тоже можно залезть. Я туда уже залезала, в этот кондёрчик. Сюда можно сесть. Тут это библиотека. Запасной вход в библиотеке. Вот. Дальше тут недалеко. Вот подъезд номер один, квартира 128. Дом я не знаю номер. Там по Google картам я в описании около какого дома эти места напишу. Я не знаю лично номер этого дома. Вот тут мы с Лешей прячемся. Вот, например, штучка у меня туда. Вот мы показала душу сюда. Можно прятаться. Да. Ну и последний. Нычка. До одного лайка. Короче, это была последняя нычка. До одного лайка. После одного лайка я покажу вам остальные нычки. И пока не наберется один лайк, я не буду показывать другие нычки. Это специально. Чтобы у меня был хотя бы один лайк. А сейчас небольшое место есть у нас, которое я вам советую, если это видео, конечно,
смотрят взрослые, я вам советую. Вон там вот детская площадка с вот этим домом. Кто его знает? Короче, детская площадка вон там. И вот тут вот клуб. И там может быть этим. Не знаю кто. А, мероприятие. Сейчас я не буду снимать вторую часть, потому что буду сейчас гулять, что ли, вот здесь. Хочу показать вам вход в клуб. Вот первый, там есть еще. Ё-моё, тут репейник. Вот первый вход, там второй вход еще есть. Так вот, сейчас я покажу последнее место для пряток, что ли. Ну ладно, покажу вам. И вот оно, последнее место для пряток. Если что, потом я буду снимать по очереди все части, а потом я смонтирую все эти видео вместе, места для пряток. И выйдет так, что частей должно получиться 4, потому что я знаю на 4 части места, и каждый выпуск, вот этот выпуск будет, и следующий сниматься на вот эту камеру, а вот уже третий или четвертый на вторую камеру. Так что поехали, все, набираем 1 лайк, и будет вторая часть, да. По идее, должен получиться 4. Поехали.